Блин, сейчас была, сейчас опять дадут. Ну попробуем. Ну да. Ладно, вроде угла. Даже что-то есть. Не делайте мне больно. Неужели нет каких-нибудь других инструментов? Неужели нет? Я буду работать. Что вам от меня надо? Английская версия, он как девочка, блядь, говорит. Я слишком часто как настоящий мужик. Хорошо, хорошо, я буду работать. Неужели нужно так далеко заходить? Блять, а где второй ресурсник-то? Ты слишком часто меняешь свое мнение. Веселая была работа. Я всего лишь крестьянин. Я тут... Я делаю то, что мне сказали. Готов, кажется, тут не надо оборону... А, хотя нет, надо. Ты слишком часто меняешь свое мнение. Я подчинюсь. Слишком часто? Я выполняю свой долг. Готовы к бою? Победа будет в наших руках. Готовы к бою? Здание сооружено. Я голоден. Я постараюсь справиться побыстрее. Здание сооружено. Модернизация завершена. Путь к свободе один. Не делайте мне больно. Неужели нет каких-нибудь других инструментов? Я подчинюсь. Я буду работать. Какой тяжелый. Тихо, я чувствую, что опасность совсем близко. Сейчас будет жопа. Мужество приведет нас к победе. Я буду работать. Да. Готово. Ну, если это действительно то, чего ты хочешь. Где чувак-то? Я буду работать. Блять, это враг, что ли, уже здесь? Я где буду работать. Челик бежал. А что так близко находится? Силой была работа. Я буду работать. Берите их силой. Мы захватили здание. Я голоден. Я буду работать. Неужели нет каких-нибудь других инструментов? Я аж третьего челика туда. Мы найдем укрытие в тоннелях. Да. Я буду работать. Я постараюсь справиться побыстрее. Никто нас не покорит. Ничто нас. У меня другая идея сейчас. Блять, я протупил. Тут оказывается чувак. Мы должны захватить новые земли. С ними меня убьют. Не делайте мне больно. Я выполняю свой долг. Захватили здание. Враг может находиться совсем рядом. Готовьтесь к бою. Была работа. Будь осторожен. Хорошо, хорошо, я буду работать. Неужели нет каких-нибудь других инструментов? Я выполняю свой долг. И все пизда. У нас мало энергии. На земле врага. Чего? Какой энергии, блядь? Что не бывает напрасным. Я голоден. Я постараюсь справиться побыстрее. Воин пал. Воин. Воин пал. Под огнем. О, я успел. Я буду работать. Наша работа выполнена. Я всего лишь крестьянин. Готово. Я голоден. Мы захватили здание. Какой тяжелый. Принести себя в жертву. Разве мы не можем жить в мире? Я сделаю все, что в моих силах. Я готов принести себя в жертву. Нехилая была работа. Я голоден. Все готово. Я делаю то, что мне сказали. Ну, если это действительно то, чего у ты нас хочешь. Сильный клан. Найдите местечко для меня. Здание сооружено. А, защитись, вышки. Я готов принести себя в жертву. Все еще бежит. Хорошо, хорошо, я буду работать. Готово. Я постараюсь справиться побыстрее. Бля, что за... Что я делаю, я готов принести себя в жертву. Я лишь крестьянин. Да. Все готово. Ну, если это действительно то, чего ты хочешь. Я готов принести. Они будут дрожать от страха. Нет, ничего личного. Справедливость должна восторжествовать. Приближаемся. Мы получили сигнал. Я готов принести себя в вашем распоряжении. Я выполняю свой долг. Много людей. Клан. Я готов принести себя в жертву. Все еще бежит. Мы получим то, что нам надо. О, щет. Найдите местечко для меня. Выполнено. Порядок.
Порядок. Удар по первому, кто пошевельнется. Уже идем. Я знаю. Найдите местечко для меня. Ездун, блядь. Найдите местечко для меня. Бля, тут пиздец. Ой, ладно, понятно. Что? Порядок. Держись. Я знаю. Справедливость должна вас торжествовать. Я люблю, когда много людей. Разве мы не можем жить в мире? Хорошо, хорошо, я буду работать. Удар по первому, кто пошевельнется. Я постараюсь справиться побыстрее. Радисты ГЛА, надо держаться вне поля зрения. Справедливость должна вас торжествовать. Я голоден. Справедливость? Чувак. Какой тяжелый. Хорошо, хорошо, я буду работать. Ну, я пойду. Свою жену. Я пойду. Ой, жопа. Пизда. Скорпион. Стараюсь изо всех сил. Четверо готовы. Наша работа выполнена. Свою жену. Нехилая была работа. Скорпион готов. Тихо, я чувствую, что опасность совсем близко. Я нанесу удар по первому. Что вам от меня надо? Скорее сюда. Здание сооружено. Скорпион, хорошо, хорошо, я буду работать. Воин бал. Мы найдем укрытие в туннеле. Обеспечиваю прикрытие. Я нанесу удар по первому, кто пошевельнется. Я голоден. Прямо из лаборатории. Пикап Тойота. Да блять! Что-нибудь построю уже. Здание не уместится. Охраняю подземные тоннели ГЛА. Бля, начинается. Разве мы не можем жить в мире? Готовы к бою? Нехилая была работа. Я постараюсь справиться побыстрее. Воин бал. Мы ищем противника. Скорее сюда. Фуртратл! Никто нас не покорит! Фуртратл! Несите меня! Фуртратл! Ищем противника! Фуртратл! Иду! Четверо готовы! Мы ищем противника! Мы должны быть осторожными! Здание сооружено! Наша база под огнем! Мы ищем противника. Я подчинюсь. Все готово. Я выполняю свой долг. Все готово. А? Все готово. Мы ищем противника. Все готово. Все готово. Здание сооружено. Мы ищем. Расширяю зону службы. Воин бал. Все готово. Let's do it. Let's go. Смогут, нет. Мы ищем противника. Чего? Тут где-то крыса. Да. Или чё? Чё он перестал стрелять? Других инструментов. Я нанесу удар по первому, кто пошевельнётся. Мы ищем противника. Воин бал. Блин, направо вынесет. Скорпион готов. Мы ищем противника. Скорее бегите в укрытие. Скорпион готов. Воин бал. Это мой специальный рецепт. Что тебя бесполезно было вообще? На, больше, больше. Много, много, много. Я всего лишь крестьянин. Если это действительно существует. Свою жало. Скорпион готов выпустить свою жало. Будьте настороже, мы обнаружили вражескую пульсарную пушку. Воин бал. Получили повышение. Хочешь попробовать? Модернизация. Какая зараза. Сейчас жопа будет. Воин бал. Мотор
амортизация завершена. Молодец, генерал, вы получили повышение. Я нанесу удар по первому, кто пошевелится. Прямо из лаборатории. Воин пал. Блядь, они уже эту захватили. Готовлюсь к нападению. Модернизация завершена. Это непростая работа. Эффективность гарантируется. Я нанесу удар по первому, кто пошевелился. Свое жало. Скорпион, Скорпион, готов. Лечу сквозь дым. Я нанесу удар по первому, кто пошевелился. У нас щедрые порции. Воин бал. Готово. Скорпион, готов выпустить свое жало. Не толкайся, пушка кот. Иду, я подчинюсь. Я выполняю свой долг. Свое жало. Я не могу начать здесь строительство. Я нанесу удар по первому, кто пошевельнется. Это мой специальный рецепт. Будь осторожен. Воин бал. Какая зараза. Жопа. Молодец, генерал, вы получили повышение. Воин бал. Что в моих силах. Готовы к бою? Какой тяжелый. Воин бал. Готовы к бою? Теперь у нас есть ракеты. Готовы к бою. Воин бал. Готовы к бою. Готовы к бою. Все готово. Нехилая была работа. Я нанесу удар по первому, кто пошевельнется. Воин бал. Пошевельнется. Я нанесу удар. Четверо готовы. Я нанесу удар по первому. Скорпион готов выпустить свое жало. Я подчинюсь. Воин бал. Молодец, генерал. Вы получили повышение. Я всего лишь крестьянин. Свое жало. Скорпион готов выпустить свое жало. Я постараюсь справиться побыстрее. Свое жало. Свое жало. Скорпион готов. Воин бал. Жало нас хватит. Скорпион готов. Готов. Свое жало. Свое жало. Скорпион готов выпустить свое жало. Свое жало. Скорпион готов выпустить свое жало. Воин бал. Что от меня надо? Свое жало. Скорпион готов выпустить свое жало. Скорпион готов выпустить свое жало. Это непростая работа. Я всего лишь крестьянин. Кто пошевельнется. Я выполняю свой долг. Неужели нет каких-нибудь других инструментов? Мы модернизируем наше бронебойное оружие. Генерал, наш противник использует осколочную пушку. Будьте настороже, мы обнаружили вражескую пульсарную пушку. Что? Не толкайся! Не толкайся! Скорпион, скорпион! Свои жены! Я прощусь! Могу я лишь уйти? Молодец, генерал, вы получили повышение. Охуй, ты тут вообще ползаешь. Воин бас. Появится побыстрее. Наша база в опасности. Ракета Скорпион заряжена, сэр. Может этих уже делать? Воин бал. Я сделаю все, не что в моих силах. Да, я понимаю. Я нанесу удар в свое жало. Кто пошевельнется. Скорпион готов выпустить. Привет! Жестко. Я нанесу
Минус два, вертона. Обеспечиваю прикрытие. Воин бал. Мужества у нас хватит. Не толкайся! Легкий танк Гейла. Я нанесу удар по первому, кто пошевельнется. Скорпион готов выпустить свое жало. Скорпион готов выпустить свое жало. Я жду, что мне надо. Скорпион готов пошевельнется. Я голоден. Ну, если это действительно то, чего ты хочешь. Нет ресурсов? Братья, эти щечелики не добежали, что ли, вертолёва? Нет, куда ты бьёшь? Что? У меня не хватает терпения. Нехилая была работа. Воин бал. Мужество приведёт нас к победе. Предлагаю поджарить бой. Я нанесу удар по первому, кто пошевельнется. Предлагаю поджарить бой. Я нанесу удар по первому, кто пошевельнется. Готовы к бою. Скорпион готов выпустить свое жало. Скорпион готов выпустить свое жало. Скорпион готов выпустить свое жало. Да-да. Что? Жестко. Будьте настороже, мы обнаружили вражескую пульсарную пушку. У кого она? Опять этот, сука, построил, блядь. Поехали вот там. Не толкайся. Воин бал. Скорпион. Воин бал. Что? Предлагаю поджарить их. Да-да. Нажать кнопку. Блин, что-то. А, подожди, я же могу стоять. Скорее сюда. Воин бал. Наготове. Нажать кнопку. Поджарить их. Мы должны отстоять свою землю. Удар по первому, кто пошевельнется. В бой! Предлагаю поджарить их. Нажать кнопку. Ничто не бывает напрасным. Дай иду. Ветры же сейчас запустит. Путь к свободе один. Воин бал. Поджарить их. Да. Скорпион готов выпустить свою жало. Уже иду. Четверо готовы. Они будут дрожать от страха. Скорпион готов выпустить свою жало. Скорпион готов выпустить свое жало. Скорпион готов выпустить свое жало. Воин бал. Не делайте мне больно. Свое жало. Скорпион готов. Неужели нет каких-нибудь других инструментов? Скорпион. Хорошо, хорошо, я буду работать. Кнопку. Я сделаю все, что в моих силах. Скорпион готов выпустить свое Воин жало. Воин бал. Скорпион готов. Найс, одного зарашил. Точно 6? А, красный внизу. У меня не хватает терпения. Все понял. Ничто не бывает напрасным. Нажать кнопку. We can now use our scout store. Наше дело правое. Никто нас не покорит. Ой, черный рынок. Черный рынок вообще имба. Мы не можем жить в мире. Сорян, что поздно отвечаю, просто вижу, чего. Если это действительно то, чего ты хочешь. Нажать кнопку. На кнопку нажимаем. Ой, я разъебал его. А че они опять все стоят? Я хоть 8 делаю, они ничего не могут сделать. Так, этот всех тут разрушил. Кстати, он здесь не смеется. А, нет, смеется. Вхожу в зону досягаемости. Не нажать кнопку. Не толкайся. А? У меня не
хватает терпения. Что? Начать стыковку. У меня не хватает терпения. Так, ну розовый там копит, но тоже сейчас скорпион херачит просто. Скорпион готов. Воин бал. Скорпион готов. Четверо готовы. Предлагаю поджарить их. А где красный твич? Воин бал. У меня не хватает терпения. А, ты что, коричневый весь? Начал искать стол. Не злите меня, будет гораздо лучше. Тихо, я чувствую, что опасность... Где-то красный еще крысит, вот здесь, наверное. Мы должны быть осторожными. Так, ну еще за жесть. А, кстати, о, скорпионы готовы. Хорошо. Воин бал. Гэла. Очень хорошо. Что это? Отвали. Не злите меня. Бля, красного вынес, я уже сам запутался. Буду на месте. Да-да. Взгляни на мое бездарное оружие. Вхожу в зону досягаемости. Генерал, наш противник использует осколочную пушку. Пизда нам. Скорпион. Я один. Воин бал. Уже иду. Божества у нас хватит. Наша база под огнем. Чем бьет зеленая радиация? А, я же... Воин бал. Я сделаю все, что в моих силах. Хорошо. Скорее сюда. Укрытие. Охраняю подземные тела. Воин бал. Ты скукотища здесь. Блин, эти дымы. Блять, скорпионов всех уебали. Скорпион. Очень хорошо. Наша воля непоколебима. Очень хорошо. Воин бал. Мы должны отстоять свою землю. Зеленая радиация вообще жестко. Нет, зеленая херня. Вот сейчас покачается. А чего они качаются? А, блядь! Мне же сломали этот дворец, ёбаный, надо бал. Сразу два стоить заранее. Я подчинюсь. Неужели нет каких-нибудь других инструментов? Спасибо, 10 дворцов нахер. Какой тяжелый. Я голоден. Я выполняю свой долг. Я подчинюсь. Какой тяжелый. Проблем не будет, наверное, с дворцами. Не могу строить ничего, кроме стандартных там тракторов не строить. Блять, ну что-то за о, имба танки. Блять, им помощь не нужна. Мешаем. Блять, у меня ничего нет. А, подожди. Блин, уже дыру сломали. Туннель, точнее. Туннель. Блин, тут лужи еще живой. Почему они не могут проехать? Меня. Иду. Не толкайся. Здание сооружено. Блин, розовый что-то вообще охренел. Что делать? Наша работа выполнена. Наша работа выполнена. Что он ржет? А, поломал дважды. Поломал. Воин бал. Нажать кнопку.
Предлагаю поджарить их. We can now use our scud stone. Предлагаю поджарить их. Предлагаю поджарить их. Предлагаю поджарить. Генерал, новая сибирка у нас. Люди там в крыле. Новая сибирка? Готовлюсь к нападению. Предлагаю поджарить их. Предлагаю поджарить их. Предлагаю поджарить их. Launching scud stone. Предлагаю поджарить их. Предлагаю поджарить их. Ракеты на готове. Предлагаю поджарить их. Предлагаю поджарить их. Предлагаю поджарить их. Нажать кнопку. Предлагаю поджарить их. Предлагаю поджарить их. Пушка вот. Иду. Не злите меня. Буду на месте. We can now use our scud stone. Предлагаю поджарить их. Что это? Нажать лагаю подвали. Воин бал. Бля, ты куда заехал? Воин бал. Ты серьезно? Зачем мне близко подъезжают? We can now use our scud stone. Бля, тупые танки, короче. Воин бал. Нажать скалку. Launching scud stone. Я готов. Найс. Наша воля непоколебима. Хорошо. А розовый где сидит? Ебать тут. Ракеты наготове. Воин бал. Мужества у нас атаку хватит. Генерал, наш противник использует осколочную пушку. Да блин, рыжий ты. Ой, не рыжий. Блядь! Стараюсь изо всех сил. Об этом позаботиться. Защищаю сеть тоннелей. Нажать кнопку. Не дайте им уйти. Жопа. Куда он стрельнул? Нажать кнопку. Вхожу в зону досягаемости. А, он спалил. Скорее всего. А куда он стрельнул? Что-то я не понял. Скорее всего, по армии они так же делают иногда. Тихо, я чувствую, что опасность совсем близко. Туда. Они, кстати, всю карту уже видят. Давно. Воин бал. Вы должны быть осторожными. Я сам проберусь. Прекратите в пыль. Блин. А что происходит? Бля, что он делает? Да его спасать надо, по идее. Блять, пиздец, что делает? Подорвите уже его. Бля, синий что-то вообще жесткий стал, смотри. Он танки стал делать. Блять, надо ближнебойные. Воин бал. Бля, я сейчас целюсь еще. У меня идея, короче, вот здесь. А где у меня эти? Оу, щет! Понятно, он кинул эту срань. Наши владения под огнем. Разведка в вашем распоряжении.
Скорпион готов к вашему распоряжению. Скорпион готов к вашему распоряжению. Воин бал. Скорпион. Очень хорошо. Но они повышение стали союзой. We can now use our scud stone. Ядерка бомбанула. Откуда ядерка? Чего? А, в США есть. Ты че синий, роза, как бы розово. Разведка в вашу обеспечиваю поддержку. Воин бал. Я сделаю все, что у меня. Бля, у меня дыра. Неожиданная атака. Воин бал. Launching Scudster. Бля, это такой похожий. Он уже стал раскладить. Генерал, наш противник использует осколочную пушку. Блядь, дыру сломали. Ты заебал. Скорпион готов выпустить свое жало. Скорпион готов выпустить свое жало. Скорпион готов выпустить свое жало. 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 Отлично, все сжег. Я сделаю все, что в моих силах. Хорошо, скорпион. Воин бал. Кое-что для общих масс. Блин, что слабенькие танки. Блять, жопа. Скорпион. Воин бал. Я на самом быстром коне. Настал час трагедии. Жопа. Так, эти тут зарашили, да? Взгляни на мое прекрасное оружие. На твое прекрасное оружие. Настал час трагедии. Я один. Это моя обязанность. Наша воля непоколебима. Слушаюсь. Надо прорвать здесь, они что-то вообще не дают. Что делать-то? Воин бал. Пушка квот. Остановить их, грузовики. Нажать кнопку. Мы пустим их в бега. Осторожно продвигаюсь. У меня идея, короче. Скорпион назад. Наша воля непоколебима. Быстром коне. Сейчас кинем эту срань. Воин бал. Нажать кнопку. Люки танк КЛА. Стараюсь со всех сил. Сейчас прилетит. Я сделаю все, что в моих силах. Я на самом быстром коне. Скорпион готов нажать свое жало. Скорпион готов выпустить 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 свое жало. Жми на газ. Готов выпустить свое жало. Скорпион готов выпустить свое жало. Скорпион готов выпустить свое жало. Скорпион готов. Сколько этих скорпионов уже? Уже денег нет. Скорпион готов.
Она прилетела? Она не долетела, да? Тут какая-то она долетела, все, вот так. Что они вообще не ломаются от этого? От блять, мои сломались. Эй, назад. Бля! Все скорпионы нахуй! Это жесть. Кто такой галашник, что ли, тут слева, который сидит, да? Вот этот? Это синий! Наша база в опасности! Воин Бал! Наша воля непоколебима! We can now use our Skypstone. Воин Бал! Скорпион! Об этом позаботится! Неверные. Воин Бал. Я сделаю все, что в моих силах. Да, я понимаю, наше дело правое. Нас никто не оставит. Лучше искать стоп. Воин опять ржет, блядь. Уже иду. Он что там подорвал меня? Настал час трагедии. Сейчас я посмеюсь. Где Роза? Нажимай. Нажать кнопку. Launching Skidstone. Мужества у нас хватит. Блин, что-то они быстро светят. Воин Бал. Ракетоноситель Скат готов. Я сделаю все, что в моих силах. Нажать кнопку. Мужества у нас хватит. Блять, вот это фейл. Люки там Кэлла. Да, я понимаю. Скорпион, я насела быстро в коне. Блин, эти самые... Воин Бал. Что-то меня сильно напрягает. Мужества у нас хватит. Я сделаю это. Очень хорошо. Нажать кнопку. Да, я понимаю. Слушаюсь. Я сделаю это. Блин, подрывники сами. Хорошо. Скорпион, я на самом быстром коне. Стараюсь изо всех сил. Очень хорошо. Красавчик. Я сделаю это. Очень хорошо. Слушаюсь. Да, я понимаю. Блять. Хорошо. Я на самом быстром коне. Слушаюсь. Воин Бал. Ёба, блять. Нажать кнопку. Предлагаю поджарить их. Что это? Предлагаю, я сделаю все, что в моих силах. Предлагаю поджарить их, стараюсь изо всех сил. Предлагаю поджарить их. Так, а чё этот всё слился? Кое-что для общих масс. Весьма близко. Предлагаю поджарить их. Предлагаю поджарить их. Воин Бал. Настал час трагедии. Поджарить их. Кое-что для общих масс. Блин, это хуёво.
Воин бал. Блять, тут синие. Они ничего не могут сделать. Блять, заебал, ты сюда эти выезжают, ебичи. Я сделаю это. Я сильно заебал уже. Нажать кнопку, я сам проберусь. Вхожу в зону досягаемости. Ракетоноситель Скат готов. О, вроде всех убило. Этим сибирской язвой. И тут осталось насрать. Вы чего стоите-то? Что у нас хватит? Нажать кнопку. Я на самом быстром коне. Настолько хорошо играешь, что тебя уже можно брать в силу для решения конфликта. Да не, я играть вообще не могу. Тут крыса строит какая-то самая. Ты троллишь просто меня. Нажать кнопку. Наша воля непоколебима. Да он бежит! Ах ты крыса! Где эти дальнобойные-то я ждел? Взгляни на мое прекрасное оружие. Предлагаю поджарить. Осторожно продвигаюсь. Предлагаю скорпион. We can now use our scud storage. Хорошо. Upgrading the new supply line. Блядь, заебали эти. Ну-ка, помогайте, давай. Назад. Воин бал. Блядь, они ничего сделать не могут челику. Вы что, завис? Отлично. Надо этот завод с этими сломать. We can now use our scud storage. Куда они выходят? Воин бал. Непонятно. Ну и скукотища здесь. Отсюда что ли выходит? Он может создавать... Launching scud storage. Что это? Назад, причине. Вы серьезно? Уже иду. Я вас подожду. Господи. Сделайте, блядь, мне вот это. Я сам проберусь. Блядь, что за говно танки? Я нанесу удар. Уже иду. Заебал, блядь. Воин бал. Кое-что для общих масс. Мы пустим их в бега. Воин бал. Готовы. Я нанесу удар по первому, кто пошевельнется. Настал час трагедии. Ракетоноситель Скат готов. Я нанесу удар по первому, кто пошевельнется. Как ты человек живой еще? Я нанесу удар. Ракетоноситель Скат готов. Не следи меня. Да-да. Я нанесу удар по первому, кто пошевелится. Осторожно, продвигайся. Ракетоноситель Скат готов. Безотлагательно. Я нанесу удар по первому, кто пошевелится. Один что у нас есть? Я нанесу удар по первому, кто пошевелится. Победа будет в наших руках. Воин бал. Нас ничто не остановит. Путь к свободе один. Все, победа. А я ничего не купил. А чё он стоит? А, я стреляю. Вот он отравляет. Чувак стоит вообще похуй. О, у него медит мне эту... Мы победили! Господи, наконец-то.
эту аптечку можно, блядь, ему сделать. Это что-то за такой генерал такой. Потерял больше, чем создал. Просто супер игрок.